Итак, мои виртуальные подружки, всем здравствуйте! Сегодня будет тема между нами девочками. Мы все тут о парижанках, о француженках, а давайте сегодня поговорим о французских мужчинах. Ну, интересно же узнать, какой он самый настоящий мужчина из Парижа. Вот именно из Парижа. Я буду делать уклон именно на Париж, потому что, ну, везде, как и в других странах, как, например, в Москве и Новосибирске, так и в Марселе и в Париже, мужчины разные, у них разные взгляды на жизнь, по-разному они одеваются и по-разному, наверное, относятся к женщинам. Есть, конечно, что-то такое общее, что можно было бы подчеркнуть, ну вот этим сегодня и займемся. Уклон будет на мужчину где-то 40 лет, молодого, который, ну, достаточно молодого, для кого-то может и нет, который работает и который не имеет семьи. Итак, о них ходят легенды, что они самые лучшие в мире любовники, что они такие галантные кавалеры и трудноуловимые, и женить на себе их практически невозможно. Свитерок поверх голубой или белой рубашки, отглаженные брюки или очень хорошо скроенные джинсы, поверх еще пиджачок или такой плащик укороченный, красивый ремень, начищенные ботинки, можно еще шарфик. Ну, это просто прелесть, а не мужчина. Хотя не нужно сравнивать с итальянцами. Итальянец и француз, парижанин – это два совершенно разных мужчины. Хотя и в Париже можно найти итальянца, француза-итальянца, так сказать. Не все парижане те, что рождены именно в этом городе. О парижанине, что я могу сказать? Творческая личность. Сегодня вот не будем говорить о смеси, а вот именно о чистом таком мужчине из Парижа. От мамы парижанки и папы француза-парижанина. В общем, творческая личность. Живет в своей богемной такой квартире. У него постоянно творческий беспорядок, масса книг на журнальном столике, на камине, масса каких-то винильных дисков. Он в курсе всех выставок, каких-то новшеств в Париже. Вообще он обожает Париж, он обожает парижские кафе, выходить с друзьями. И в то же время он приглашает очень часто к себе. Он может пригласить как женщину, так и мужчину, и разные компании у него бывают, но даже пригласив к себе, вот этот творческий беспорядок, он совершенно не будет над ним задумываться, он его оставит таким, какой он есть, его дом. К нему, скорее всего, приходит мама, наняла ему женщину, которая приходит и убирает, гладит его рубашки, относит в прачечную. Ну, он любит готовить, иногда готовит сам себе и очень даже хорошо готовит. Все французы кордон блю, такие гурманы. Любит устраивать, как мы уже сказали, аперитивы. Называется это аперо. И люди приходят к нему, в принципе, на аперитив. Он достает бутылку вина, бутылку шампанского. У него всегда есть в запасе небольшой такой каф, как бы это сказать, шкафчик, где все это стоит. И считается, что парижанин, он достаточно прижимистый. На самом деле, я скажу, что это так. Придя к нему на аперо, вы можете увидеть орешки, чипсы, вы можете очень спокойно увидеть открытую бутылку вина, которая была уже открыта до того, как вы пришли, возможно, за несколько дней, возможно, у него была женщина, возможно, у него были гости, и это вполне нормально. Он любит легкость в отношениях. И вот что очень часто подводит наших женщин, что, приезжая сюда, к мужчине из Парижа, к французу, мы едем с такими, или просто встречаясь вы даже в Париже, с такими намерениями, мы решили, что нам нужна семья, нужны дети. И мы это сразу с первой минуты показываем. А парижанину это как молотком по голове. Для него это такой страх и ужас. Нет, он любит легкость, он любит флирт. Он очень внезапно пропадает после какой-то встречи, ну, нескольких встреч, и также внезапно может появиться. Вы уже отправили ему 2001 смс-ку, вы ему уже позвонили, вы уже поставили крест на нем, а он здесь появляется, как будто ни в чем не бывало, и все, и приглашает вас на ужин, и делает вам какой-то ужин своими руками, пусть то киш, пусть что-то заказывает в ресторанчике, или вы идете в ресторанчик, тут же он приглашает вас в свою квартиру парижскую посмотреть фильм, посидеть возле камина, пообсуждать какую-то выставку, и за этим следует, конечно же, любовная ночь. Для него это вполне нормально, для него это порядок вещей. Любовью нужно и хорошо заниматься, и в этом нет ничего плохого. Если женщина согласилась с ним встречаться, то зачем здесь какие-то жеманства? Это для них как выпить хороший бокал вина. Насчет того, что он прижимистый, как бы он не распыляет деньги на ветер. Он знает, что ему нужны несколько квартир в Париже, нужно хорошую одежду, они одеваются достаточно хорошо, у них есть свои любимые бренды, у парижских мужчин, у мужчин из Парижа, у парижанина. И часто у них бывает или мотоцикл, или машина, которую он, в принципе, не использует только для выезда куда-то за город, но не часто, потому что, в принципе, машина в Париже, она стоит без дела в гараже, а гаражи дорогие, стоянки, за них платить не стоит. Ну, если только он не работает где-нибудь в какой-нибудь компании за городом, тогда часто у них бывают машины. Поэтому он экономит средства, он не будет их распылять. Слово француза вот именно конфетно-букетного периода. Да, он может принести вам букет, но постоянно подарки, а может и не принести совершенно, может пригласить на выставку, может пригласить к себе домой на стаканчик. Такого как-то у них нет. Он отличается от русского мужчины, даже, наверное, от москвича. Он тратит на себя, на свою одежду, на аромат, но не так, как, наверное, сейчас. Сейчас, я думаю, что в России мужчины очень хорошо одеваются, любят бренды, любят летать на шопинг. Или женщины этим занимаются, для мужчин напишите, будет очень интересно узнать. Здесь же все будет аккуратно, просто такая французская богема и французская интеллигентность. Не увидите вы никаких логотипов, марок, просто хорошая рубашка, хороший кашемировый свитер, отглаженные брюки, хороший кожаный ремень. И не будет вот такого пафоса, не будет такой яркости, как в итальянских мужчинах. Это два мужчины совершенно разные. Тот, кто любит Италию, жар Италии, краски Италии, вот этот мужской соблазн, да, так я его назову. Русские мужчины, они очень, я бы сказала, это мое мнение, плохо относятся к взрослеющим женщинам. То есть для нас все-таки в России возраст остается каким-то не табу, а вот, мне кажется, мужчины все-таки выбирают молодых женщин. Молодая, красивая, очень молодая, подтянутая, современная. А вот к женщинам в возрасте они относятся как-то предвзято. Сейчас это меняется, женщины в возрасте, вы мне пишете, я смотрю, и русский интернет, и Ютюб, и так далее, меняются, становятся более современными, более молодыми, более подвижными. Это здорово, это классно. Но все-таки мужчина у нас в России предпочитает молодую женщину. Согласитесь или нет, напишите в комментариях. Француз же, он как относится к русской женщине? Он говорит, что русская женщина до, наверное, вот 20-30 лет, она замечательно выглядит, она красавица. Они любят иметь в подружках русскую женщину, чтобы показать своим друзьям, похвастаться, что у них русская жена красивая. Но часто также предвзято как-то относятся к женщинам за 50, за 40. Они считают, что русская женщина, наверное, это стереотип, оставшийся вот из тех времен, что стареет она не очень хорошо, что очень часто вширь, когда француженки, наоборот, сохнут. И это не для того, чтобы кого-то обидеть. Я сама русская женщина, я сама все это понимаю. И Французская же женщина очень часто, она остается в той же корпулентности, как это сказать, в том же теле, и стареет она менее как-то, наверное, быстро, менее заметно, хотя все разные, но французские мужчины, парижане, они очень любят, очень часто они встречаются и даже выходят, женятся на женщинах старше. Почему? Ну, одно время это было в моде, что эта женщина опытная, очень часто у нее есть уже средства, есть своя квартира. То есть, вот, да, такой немножко альфонс здесь чувствуется. И не раз я встречала таких парижан. Что не отнять у французского мужчины, у парижанина? Ну, не все, конечно, но что они хорошие отцы. Если, наверное, сравнивать с русскими мужчинами, я не хочу говорить, что у нас все плохие отцы. У меня был замечательный папа, и я знаю замечательных мужчин, которые любят своих детей. Но все-таки французский мужчина, он занимается наравне ребенком, а иногда даже больше, чем французская женщина. Я вот сегодня говорю о сравнении с французской женщиной. Они хорошие отцы, они занимаются детьми, водят их в школу, меняют им подгузники, я это уже не раз говорила. Они также наравне могут заниматься хозяйством, для них помыть посуду, пропылесосить, в этом нет ничего ужасного. Я честно скажу, сегодня речь не о моем муже, я вообще его не считаю парижанином, не считаю до такой степени французом. Он у меня отдельная личность, смесь чего-то французского, кого-то, да, не чего-то, французского и итальянского. И мой муж помогает мне, он запросто мне может вымыть, отдраить всю ванну лучше меня. То есть они хозяйственные. Насчет надежности, насчет верности здесь большой вопрос. Мы разговаривали о том, как флиртуют французские женщины, было видео, соблазняют. Французский мужчина, здесь еще все намного глубже. Для них флирт, шарм, это в их генах. Поэтому интрижки на стороне, очень часто они путешествуют, они могут улететь с друзьями на горнолыжный курорт, остаться там совершенно без женщины, без подруги. И она может, так как она такая любознательная и курьез, любопытная, может пошариться в его телефоне, то есть может увидеть фотографии с другой женщиной из горнолыжного курорта. И, в принципе, я свободный мужчина, он скажет ей: мы с тобой не живем вместе, мы встречаемся, и ничего здесь ужасного не будет для него. То есть любит он интрижки, романы, для них это норма. Они чувственные, они такие в своих движениях, не скажу, что они мужественные. Они занимаются иногда спортом, в спортзалах, но все-таки вот у них кость более тонкая, они более чувственные, они более плавные в своих движениях, и многие это воспринимают за такую, за женственность, наверное, какую-то, которая не присуща мужчинам. Но они достаточно хороши в сексе, они знают эту кухню, они хорошо готовят, они любят готовить и очень такие привередливые в еде. То есть не все они будут есть. Очень часто это идет из дома, из культуры, к чему приучила мама, что они привыкли есть, когда они были маленькими детьми. У них очень большая культура питания во Франции, поэтому очень многие, они так комплики, сложные в процессе, когда женщина готовит тебе что-то. Я уже рассказывала, у меня было такое видео, чем нельзя кормить французских мужчин, что-то так, что они не будут есть. Я постараюсь найти его и оставить ссылку в инфобоксе, это под видео, потому что вот мой француз, он не будет далеко не все ест, и многое не любит. И он будет пробовать, он будет с уважением относиться, но если он не любит, это ему не нравится, то он никогда не будет, попробует и все, и отставит. Вот. Очень замечательный есть фильм о том, как Какой французский мужчина, обожаю его, Париж подождет. Если найду, я обязательно оставлю ссылку в инфобоксе, у меня был как-то пост в Инстаграме. Замечательный фильм, обожаю его. Вот там вот показывается настоящий парижанин, такой француз даже, можно сказать. Вот. Что можно, какой итог можно подвести, что если вы собираетесь замуж за француза, за жителя Парижа, то знаете, вот, что он будет, скорее всего, перфекционистом. Он будет уделять себе очень много времени, своему внешнему виду и своей одежде. Он привередлив в еде, у него хорошее очень чувство юмора, он интеллигентен, и такая богемная у него, как бы это сказать, аура, наверное, так это назовем. Он далеко не... Он будет галантным, но он далеко не верен. И, ну, конечно, все зависит от женщины, какие чувства он будет испытывать, но все-таки знаете это. И он будет всего этого ждать, вот этой легкости, перфекционизма, он будет ждать ухоженности, но естественности от женщины. И самое главное, он никогда, если вы будете его при первой встрече прессовать, что нужно то, другое, что... Ну, показывать, что как бы хочу тебя навсегда, хочу тебя в мужья, то, скорее всего, этот француз увильнет. Сегодня было вот такое видео, девчонки. У меня было достаточно много опыта встреч вот именно с парижанами, когда я жила в Париже. Были очень комические ситуации, были парижане, которые были моложе меня, и очень интересные, которые остались в моей памяти, жили в шикарных районах, и такие маменькины мальчики, просто не то, что с какой-то грустью, нет, я вспоминаю, это хорошие воспоминания, интересные воспоминания. Я не знаю, буду ли я на Ютюбе делиться этим, потому что как-то я пыталась сделать такое видео, шквал какой-то грязи, но... Знаете, что вот настоящий парижанин, он будет именно таким, ну или приблизительно таким, каким я его сегодня вам описала. Если у вас есть какие-то вопросы, то обязательно задавайте. А я вас всех целую и обнимаю. И до новой встречи на моем канале. Ваша Светлана Франция. Всем пока-пока.